Интервью, конечно, нервное начало, это нормально, это как бы так и должно было быть. И с первых минут это было немножко нервозность, но потом каждый почувствовал это, и поле, и мяч, и команду. То есть стало все получаться там буквально там после там 10-15 минут. И были моменты, в первом тайме надо было просто реализовывать немножко. Я торопился, конечно, на раз-два, можно было еще подрабатывать там это самое. А так в целом нормально, второй тайм действительно собрались и дожали. Как получилось так, что 2 минуты решил и все, такой подъем, взрыв? Здоровско, первый гол просто придал сумасшедшие эмоции. И на этом, пока еще они не успокоились, на этом и еще мы догнали еще. Как дебют, как раз человек вышел первый раз за нас играть, 13-й номер, да? Да, молодец, Виктор, молодец, сделал свое дело, вышел. Обычно так, кто на замену выходит, их быстренько так не воспринимают пока первые минуты. Но Витя воспользовался этим моментом и решил. Отсутствие тренера насколько сильно сказалось? Ну, мы его чувствовали, поддержку на поле, и все передавалось, флюиды были. Спасибо.